блядь, вот ебанутик-то. Все машины, блядь, посшибал. Пиздец, на встречку вылетел, блядь. Направо. Колесо. Мама, мамочки. Колесо у него взорвалось. Продолжайте движение. 60. Мама! Километра. Мама! Я еще не родила. Бедненький. Слушай, да. Да вот этот вот. Да ничего. Залить хочешь? Слушаю. О, господи. Ну, обычно, обычно она по нему звонит. Нет, не идет. Меня тут машина. Саш, меня машина ебнула на кольце. Раз нахуй. Ёбаный насос. Да ладно, никого ж не въебал. века. И началось все с того, что австралийские трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи 1 мая, как день международной солидарности, впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. После